Начнем выпуск с рабочего визита в Дагестан. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин уже встретился с главой региона Владимиром Васильевым. Стороны обсудили ключевые аспекты социальной сферы, а также наметили пути решения ряда важных вопросов. В обсуждении также приняли участие руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов и заместитель министра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев.